Бюст Викты создан из каррарского мрамора, одного из самых ценных материалов в мире. Твердый и безупречно белый каррарский мрамор на протяжении многих веков был первым выбором материала всех знаменитых скульпторов. Скульптура Давида, шедевр Микеланджело, была изваяна из каррарского мрамора. Важные художественные произведения эпохи Возрождения были высечены из этого сияющего мрамора, который греки называли «блестящим камнем». Бюст Викты Франческо Ирачи олицетворяет изящную чистоту Викты и идеалы свободы. Каугол. Семейная коллекция. Коллекция шести поколений.